Сорт томата Теннесси Суитед. Этот сорт относится к серии Гном. Среднерослый, вот такой красавец. Пурпурного цвета с золотистыми серебряными штрихами. Вообще неописуемый по красоте и по вкусу, конечно, тоже сорт. Высота куста от метра до 1,20 м. Среднеспелый, штамбовый считается. Лист у этого куста гофрированный, темно-зеленый. Масса плодов бывает от 100 до 450 грамм при нормировании куста. Даже если эти плоды перезревают на кусту, то они не трескаются и не падают с куста. Отличный высокоурожайный сорт салатного назначения. Можно выращивать как в теплицах, так и в открытом грунте. Вот такой томат в разрезе, такой же красивый, как и снаружи. Почти пурпурного цвета мякоть. Томат многокамерный, мясистый и очень сочный. Вкус у этого томата классический, с томатной сладостью и с пряным привкусом. Отличный высокоурожайный салатный сорт. Подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах. Сорт подходит для употребления в свежем виде, для приготовления соусов. Также с него очень вкусный получается томатный сок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.